Утренний кофе и штука хорошая. Кто бы спорил? А еще по утрам выходного дня полезно заниматься ликбезом, то есть ликвидацией безграмотности. Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня второй день мая, то есть начался последний весенний месяц. Еще лежит снег, где-то этот снег по колено, где-то по пояс. Но мы говорим не о снеге, сегодня мы будем говорить о стихах. Итак, я беру в руки прототип, вышедший в прошлом году, книжицы «Стихи о Камчатке». Почему прототип? Потому что у меня осталось буквально считанное количество экземпляров этой самой книжицы. И мне лень трепать их, и жаль трепать их, по той простой причине, вдруг кому-то захочется этой книжицей обзавестись, а если кому-то захочется, то можно написать мне на адрес электрической почты, указанный в описании канала. Итак, я беру в руки прототип книжицы «Стихи о Камчатке», открываю его и читаю стихотворение Ольги Гаристовой «Суровый осколок». Небо белело от птичьих стай, над горизонтом свинцово-лиловым. Командоры суровый край, ты подумал, а что здесь сурово? Как обычно, приходит зима, на седые скалистые склоны, и сугробы заносят дома, и моря будоражат циклоны. По обочинам снежных дорог разбредутся звериные тени, из-под снега лишайник и мох разгребают копытом олени. Выйдет на берег мокрый калан, жирный сивуч пройдется по льдине, пахнет солью седой океан, он готовится к новой путине. Пусть в тебе не угаснет мечта, и соленое кажется сладким, есть на севере здесь доброта, на суровом осколке Камчатки. Послушали? Ничего не показалось вам странным? Нет? Естественно, потому вы темнота, некультурная, как писал полузабытый русскоязычный московский киноартист 60-70-х годов века минувшего. Строчка. Жирный сивуч пройдется по льдине. Потому ты есть кто? Темнота, некультурный. Кто такой сивуч? И вообще существует ли такое слово в русском языке? Если вы думаете, что да, то вы ошибаетесь. Такого слова в русском языке нет. Я беру в руки словарь русского языка. Четвертый том – это академическое издание, выпущенное Институтом русского языка Академии наук и Государственным издательством иностранных и национальных словарей. Четырехтомник под редакцией члена-корреспондента Академии наук Бархударова. И открываю этот самый словарь на уже приготовленном месте, на уже отмеченном закладкой месте. И ищу слово. Сивуч. Множественное. Сивуча. Млекопитающее. Семейство ушастых тюленей. Теперь живите с этим дальше. Я не знаю, как вы жили. До сих пор в заблуждении. Теперь вы знаете, что нужно говорить сивуч, сивуча. Утренний весенний кофе прекрасен. Угол улиц имени князя Максутова и Ленинградской. Видели ли вы медведей бродящих,
по улицам Петропавловска. Вот они. Обратите внимание, два бурых медведя. Во второй день мая вечером я решил прогуляться пешком по набережной в центр столицы полуострова. Да, это уже действительно весна. Молодежь катается на самокатах, семьи прогуливаются. А вот обратите внимание, эту лавочку поставил колхоз имени Бекерева, расположенный в Ивашке. Благоустройство столицы им, видать, нравится. Гуляющая молодежь, отдыхающая, весна, прекрасная погода, что еще делать? И вот она, первая пробивающаяся зеленая весенняя травка. Это место вы все знаете. Это Озерновская коса. А вот вдали, в створе набережной, Козельский вулкан. Движение не такое оживленное, потому как вечер выходного дня. Этот домик стоит почти на вершине Петровской сопки. Про слабое движение я только что уже сказал. Вы сами можете убедиться, что пробок во второй день мая вечером в Петропавловске нету. А это памятник апостолам Петру и Павлу, небесным покровителям нашего города. Вдали Вилючинский вулкан. На остатках льда на Култушном озере отдыхают чайки. А вдали сидит одинокая ворона. Снег еще не весь растаял. Вы видите грязный снег внизу. А это памятник адмиралу Завойке. Под ним тоже отдыхают люди. Центр города – основная прогулочная зона. И вот опять памятник святым апостолам Петру и Павлу, расположенный на берегу Култушного озера на фоне Абачинского вулкана. Слева мы видим здание Камчат-НИРО, Института рыбного хозяйства. Да вы сами лучше меня знаете, что где расположена в столице Камчатского края. И вот она, Авачинская губа. Прогулки по берегу Авачинской губы – одно из любимых занятий горожан в свободное время и в хорошую погоду. И тут действительно есть чем полюбоваться. Все-таки Петропавловск – красивый город, красивый не архитектурно, красивый по месту своего расположения. Вот она, Никольская гора, так называемая сопка любви. Семьи отдыхают,
на берегу Авачинской губы. Потому как в городе на самом деле достаточно мало мест, куда можно пойти прогуляться. А вот они, качели, общественные качели, убогие, но пользующиеся спросом. По театральной площади гуляют те, кто в рабочие дни прикованы к своим рабочим местам. Работа от слова «раб». Вот мы и прогулялись по центру вечернего Петропавловска-Камчатского. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени узнавать от меня что-нибудь новенькое и моими глазами смотреть на Камчатку. А ежели не нравится, ставьте дизлайки. От меня не убудет. Пожалуйста, пишите внизу, под роликом, вон там, вон внизу. Ваши комментарии, я их читаю, а на некоторые из них я даже отвечаю. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам сразу не стало скучно, и вы хотите возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка «Подписаться» из красной стала светло-серой, и в ней появились два волшебных слова. Вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы! Теперь вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. До свидания.